И когда все-таки эти атаки проходят, и они становятся довольно интригующими для нас, видимо, не все в порядке с механизмом возврата в оборону. Красно-белых, раз всякие вылазки до мячей обрываются свистками арбитра. А вот сейчас у нас был чуть интересный мяч в сетке ворот. Первый спартаковский гол сезона забивает Велитон. 1-0. Сложный удар для Мандрыкина. От штанги, от дальней мяч влетел в ворота. Голкипер был явно закрыт защитниками, но все это, как говорится, оправдание в пользу бедных. Голкипер должен тащить всякий мяч. Поспокойнее, поспокойнее, показывает Черчесов. Достаточно уже обниматься и целоваться. Вернитесь к своей работе. Вы только начали выполнять ее. Итак, Велитон. Посчастливилось ему вот таким образом войти в статистику этого сезона. Передача быстро. Вот все началось. Подработал мяч себе Велитон. Но то, что дали ему принять этот мяч в штрафной площади, нужно, наверное, укорять за это защитников Томи. Вот как спокойно бразилец мог распорядиться своим эпизодом. А удар действительно получился очень тяжелый для Мандрыкина.